Доброе утро, друзья. Мы на острове Канта. И мне очень приглянулось вот это вот кафе. Мы зашли в Викторию, большой гипермаркет. И решили позавтракать, потому что вышли очень рано с Верой. Продолжаем гулять по Калининграду. Сейчас мы направляемся к Федеральный собор имени Канта. И вот посмотрите, какие здесь цены. Все очень вкусно. Печеное. Оладушки, блинчики, пельмешки. А мы кушали хинкали. Мы кушали, сейчас только покушали, сейчас покажу, где цена. Вот. Три штучки вышло 68 рублей. Очень свежие, очень вкусные, в маслице. Можно выбрать манты, чай, кофе, сладости. Спасибо, девушка, у вас очень вкусно. Приходите. Я собираю девушку. Так, куда выкидывать? А, все, понятно. Угу. Это Вера убежала. Я думала, она убрала. Вот наш столик. Оставили после себя. Придется сейчас убрать. Очень большой магазин в два этажа. Выпечка, бакалея, посттовары. Вот пройдусь, так посмотрю, что меня заинтересует. Покушать мы себе купили на ужин. Мы живем в гостевом доме. Я выбирала этот дом очень-очень давно по букингу. Какой раз я приезжаю, я останавливаюсь в этом гостевом доме «Робинзон». Там можно кушать в ресторане, но также можно взять чайник и у себя в номере хорошо покушать. Вот я подошла сейчас в отдел «Печеное». Такой большой-большой отдел выпечки. У Виктории свой цех. Вот смотрите, пекарня. Пекут хлеб, булочки. Вот кафе, которое я вам показала, это тоже делают в Виктории. Мы пока кушали, выносили горячие блинчики на прилавок. Так, ну тут цены посмотреть. Ну вот сегодня скидка на ряженку. Скидки стоят 59 рублей. Обычное молочко 42 рубля в пакетиках. Йогурты. Напитки. Питьевые йогурты. Ох, моя коляска улетела. Это что такое? Тоже какие-то йогурты. Вот такой большой двухэтажный магазин. Так, что я хочу? Что я хотела? Что-то к чаю я хотела. Прикупить. Ох, моя телега какая шумная. Слышно, как я ее везу. Что у нас тут? Смесь витаминок. Наггетсы.
Филе 270 рублей. Куриная полутушка 189. Вот голень. Сегодня скидка. Вообще 192 рубля. Ну, что-то дороже, что-то дешевле. Вот горбуша 179 рублей. Пожалуйста. Полуфабрикатов очень много. Вот холодильники. Вот такие хинкали мы покупали. Взяли себе на ужин салатики. Здесь очень удобно, можно сразу покушать, где мы позавтракали. И что-то приобрести домой. Большой-пребольшой магазин. Так, мыло мне еще нужно было, да? Смотреть. Расчесочки какие-то. 50, 59 рублей, 150 рублей. Ну, еще пройдемся здесь. Краска. Тоже сегодня какие-то красные ценники. Вот, смотрите, друзья. И туда дальше алкоголь. Но алкоголь меня интересует. Все, я иду на кассу. А касса работает только две почему-то, да? Так, куда я иду? Хорошо, встану сюда. Цены такие же почти, как у нас. Что-то повыше. Но на продукты цены выше. Вот если смотреть моющие средства, одинаковая цена. Такая же, как в Анапе, а на продукты цена выше. Сегодня я разговаривала с другом, который нас возил по городу. Он сказал, что предприятия многие закрываются. Мебельное производство, где работал у меня муж, и где он работал, закрылось. Еще там предприятия позакрывались. А цены на продукты растут. Я говорю, ну неудивительно, цены и у нас растут. Вот сейчас оплачу и пойдем дальше погуляем. У меня была вот такая карточка Виктория. Я хотела, чтобы нам какую-то скидочку сделали по этой карте, но нам сказали, что скидки нет. Все, эта карта не действует. Так что нужно приобретать другую. Ну, через 5 лет, наверное, или, может быть, там через 7 лет они меняют все эти карты. В общем, карта моя не действует. Я разобралась с картой со своей, которую я вам показывала. Ее нужно просто заменить. Да, через определенное там количество лет они меняют. И у меня прошла скидка. Я не знаю, почему нас не обслужили в кафешке по скидке, но на кассе меня обслужили по этой карте. Вот такой вот магазинчик. А мы идем дальше. Я только питалась. Идем. Магазин этот находится на острове, напротив рыбной деревни. Мы сейчас направляемся. Будем проходить вот к рыбной деревне, потом будем проходить, как он называется-то, хотела быстро сказать, кафедеральный собор посмотреть. Собор имени Канта. Вот такой двухэтажный магазин. Thank you.
Сегодня опять тепло, да? Да. Опять тепло, говорю. Ну, потому что уже весь октябрь теплый. Да.